Я думал, ты меня знаешь лучше. Слушай, мне пора домой. О, ну что я сделала не так? В чем мы оказались недостаточно послушны? Как мы пропустили мелкие гадости следы? Не нужны нам ни конфеты, ни пряники, ни сушки. Мой мозг закипает, как избежать нам беды. Есть список у тебя, ты читал его не раз. Ну так проверь его вновь и поверь, не так уж плох каждый из нас. Все, кроме Бьюфорда, ведь у него эта теория искупления грехов в последний момент. Она сработает, вот увидишь. Что пошло не так? Скажи мне, что пошло не так? Где мы ошиблись? Кто объяснит это мне? Что пошло не